Значит что, нашел кусочек металла такого, и буду делать из него нож. Сейчас буду вырезать, уже немножечко разметил. Нужно выйти не. А где-то у меня брал, да? Да. Кого? Кстати, кусок довольно-таки ровный. Вот. Ну, что-то такое вот получается. Да. Да, а вот, короче, я уже доделал ножик. Все, такой вот он получился. Ну, в принципе, ручка еще будет доделываться. Наверное. Цветок. Ну, так вот, лезвие получилось. Я его уже немножечко подточил на камне. Вот. А зачем ты стучишь? Песня классная. Ясно. Ну, вот такой вот ножик у нас получается. Ну, в общем-то, вот такой вот у нас охуительной формы получился. Довольно-таки гладенький, классненький ножичек. Он сейчас стал лучше, чем прежде. Ну, и окончательно его нужно смазать маслечком. Прям до конца. Он приобретает... На самом деле, это чтобы лучше входило. Ну, на самом деле, почему бы и нет. Вот. Довольно-таки неплохо. Блять. Ну вот и все. Вот такой вот хорошенький ножик получился. Сейчас мы будем вот тестить. Вот этим вот ножичком самодельным. Сейчас мы будем лук резать. Ой, как он идеально его режет. Прям режет и хочется его уже съесть. Вот. Просто пиздатенько, нормально. Съешь лук? Съешь кусочек? Почему? Ты столько уже лука сейчас наелся? Ну, ради подписчиков. Нет. Пиздец. Такой вот рандом. Не, нож идеально получился, четко и классно. Кто? Нож. Все, всем спасибо, всем пока. А где ты?